День Победы. Автор Куполян. 1953 год. В одном источнике это 53 год, в другом 57 год. Я больше склоняюсь к тому, что это 53 года пион. Высокий, 90 сантиметров, и диаметр бутончика до 18 сантиметров. Он у меня после деления. И вот куст вроде уже такой большой, но засушил все буквально бутончики, кроме двух. Как-то так вот на жару среагировал. Вот все бутончики засушены у него. Остались два. Но нам хватит, чтобы иметь представление об этом замечательном пионе. Вообще он такой красно-малиновый. Немножко выцветает. Вот начинают серебриться кончики. Вот такая вороночка при полном распуске образуется. В середине цветка. Стебли прочные. Он тоже хорошо держит шапочки. Вот он тут сам себя держит, хотя шапочка у него довольно-таки крупная. Очень обильно цветет. Это очень обильно цветущий. И то, что вот он в этом году у меня засушил многие бутоны, это не показательно. Ароматный. Вообще такой вот надежный сорт. Быстро разрастается, обильно цветет. Хорошо держит свои стебли. Вообще декоративный, высокодекоративный сорт. Победа Куполяна.